Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Некоторые государственные деятели выступили против того, чтобы отсутствие полиса ОСАГО определялось автоматически с помощью дорожных камер. Например, депутат Госдумы Ярослав Нилов считает, что это станет очередным инструментом отъема денег у населения. По мнению парламентария, проверять наличие ОСАГО и привлекать водителей к ответственности должны только люди, то есть инспекторы ДПС. Недавно стало известно о том, что система автоматической фиксации автомобилей без ОСАГО может начать работу в 2023 году. Трасса 101. Компания «Чинган» готовится к началу продаж в нашей стране переднеприводного лифтбека «Юни-Ви». Неофициально он уже поставляется в нашу страну в рамках параллельного импорта. Ценник 3 миллиона рублей. Это комплектация премиум. По размерам китаец сопоставим со «Шкода Октавия». Двигатель бензиновый, 1,5-литровый, мощностью 181 лошадиная сила. Он работает в паре с 7-ступенчатым роботом. В базовой версии присутствуют, в частности, кондиционер, электромеханический ручник и медиасистема. Трасса 101. Интересное решение принял Верховный суд по поводу случая, когда на проезжающий по двору автомобиль с крыши жилого дома упал камень. Хозяин авто затребовал компенсацию с управляющей компании. Однако его требования судом первой инстанции были удовлетворены частично. Причина, во-первых, пострадавший не проживает в указанном доме, а во-вторых, автомобилист посодействовал причинению ущерба, так как двигался слишком близко к стене здания. Верховный суд счел эти доводы ошибочными. Соответственно, автовладельцу причитается 100% компенсация. Трасса 101. Китайские автомобили с небольшим пробегом, как и прочие легковушки, со временем дорожают. Агентство «Автостат» составило топ-3 машин 2019 года выпуска из Поднебесной, которые за последние 3 года прибавили в цене ощутимее всего. На первом месте оказался кроссовер «Cherry Tiggo 4» с 2-литровым двигателем и автоматом, плюс 36%. На второй строчке «Чинган CS-35» – 1,6 литра автомат, плюс 32%. Бронза у кроссовера Brilliance V3 – 1,5 литра автомат, который подорожал почти на 30%. Трасса 101. И новое поколение Land Cruiser Prado предположительно будет представлено летом 2023 года. Ранее сообщалось, что это произойдет на год раньше. Внедорожник получит ту же платформу, что и у 300-го крузака, а также новый Тундра. Основными моторами станут 4-цилиндровые агрегаты, включая дизельный, объемом 2,8 литра. Более дорогие версии укомплектуют уже знакомыми 6-цилиндровыми двигателями мощностью 299 лошадей. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».